Всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье. Мама, а мы будем делать бутер из колбасы. Так, ребенок сказал, бутер с колбасой хочется. И что еще? Еще манная каша. Еще манная каша, еще. Нет, белая каша. Так. Еще. Что-то из хотелок мы вставим. Начинаем делать завтрак. Манку. Манку хочешь? Хорошо, ты вчера манку да, тоже кушал? Не кушал манку. Не кушал? Хорошо. Ладно, тогда делаем сегодня. Я поставила молоко на манную кашу. И здесь у меня будут вафли с корицей. Каша готова, тесто готово. Добавляю сюда термокафель, начинаю выпекать вафли. Забыла для вас снять время. Ну, я начала чуть раньше, может, не знаю. Не помню во сколько, но пару минут назад. Я только заварила вот манку и сделала тесто. Спой еще раз, сынок, что ты пел? Ягодка-малинка пел. Поет мой сыночек ягодка-малинка, да, сынок? Вообще, он знает только эту фразу ягодка-малинка. Ой-ой. И что еще знаешь? Я купался. Это твой сынок. Спасибо тебе большое. Машинки. Очень красивый сынок. Вот это машинки. Вот это гоночные. Папочка? Да. С кексиком. Я забрал у старших кота. Они там пол убирают. Котёк. Угу. Порядок. Не хочешь? На полу посидим. Чистый квадратик посидим, видишь, вокруг не очень. Да, погладил. Погладь. Я нарезала обычный багет и смазала растительным маслом. Самым обычным. Отправляю в духовку немножко подпечься. Колбаса и огурчики это для бутербродов. Вафельки получаются вкусные, наверное. С шоколадом и корицей. Шоколад, корица? Да. Завтра сделаешь шоколад? Шоколад? Да, на блинчиках. А вот же, шоколад на блинчиках. Нет. Вафельки такие... готовы, у нас последняя не, выпекается. Шоколадки, которые вот тут должны быть. А, я поняла. Ну, как-нибудь сделаю. Так, у меня там подогревалась, сейчас скажу, цветная капуста и пюрешечка с ужина, и тыковка, я ее достаю. Она у нас идет и на завтрак. Итак, у меня весь завтрак готов. Тут у нас манная каша. Сухой завтрак. Творожок. А здесь у нас пюре из цветной капусты и тыковка. Бутерброды на поджаренном хлебе с маслицем. Вафельки венские в виде тыковок с корицей и шоколадом. Грудинка соленая и сыр. Орленчик всем ложечки раздает, да, сынок? У Сонечки уже тоже есть? Все, еще все. Надо поискать. Мам, а ты любишь кашу? Нет, родной, кашу не люблю. Итак, все садятся кушать. Садись, любимый, садись. У Марсельки манка. У Сонечки тыковка запеченная, пюре из цветной капусты, салатик, мяско, сырок, все есть. Так, у Сашки манка с хлопьями, у Колянчика манка с хлопьями. Ирюша еще ничего не выбрал. У Лариоши манка с хлопьями. У Орленчика манка с медом. Ага. Папа у нас на посту, на дежурном. Сегодня он дежурный. Вся семья села завтракать. Время 7:50.
прекрасно. Спасибо, что присоединились к нам в утро в воскресенье. Все поставят на колокольчик, подписчик и лайк. Все сделают. Все. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего воскресенья. А я желаю приятного аппетита. Спасибо. Такая милая картина. Орленчик его обожает. И кексик Орленчика обожает. Он почувствовал, что он в другое место попает. Да? Да. В другом месте? Да. Кексик у нас кушает сыр.